Дорогие друзья, всем привет! Приветствую вас из рабочей Хургады. У нас наконец-то открылись все государственные учреждения. Сегодня мы ездили переоформлять квартиру в Хургаде. Наша клиентка Наталья. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Наталья приобрела у нас квартиры удаленно. Давайте вот с этого начнем. Когда вы покупали квартиру, не приезжая сюда, и потом приехали, увидели то, что вы купили, расскажите, соответствовало ли это реальности и описаниям, которые давала наша компания? Да, полностью соответствовало тому, что я увидела на сайте, тому, что, в общем-то, вы мне присылали вот фотографии. Немножко, конечно, было волнение, потому что первый раз я это делала, покупала удаленно квартиры, обычно я их смотрю перед покупкой, а тут вот вообще, можно сказать, не глядя. И, конечно, когда я ехала, был какой-то момент такой волнительный немножко, а вдруг я приеду, и там совсем не то, но все, как обещали, все, как я посмотрела, собственно, все, чего ожидала, я то и нашла, поэтому нисколько не пожалела, и, в общем-то, ожидания оправдались. А как вы доверились нашей компании? Ой, Настя, ну, во-первых, я за вашей компанией очень давно слежу. Еще когда вы, в тот год, когда вы открылись, в 2008 году, я вас обнаружила, так сказать. Да, действительно давно. И с той поры я, собственно говоря, в общем, пристально слежу за вашей деятельностью. И вижу, что многие агентства открываются, закрываются, как обычно это бывает. Как-то прекращают свою деятельность, а вы постоянно на связи, вы постоянно, у вас живой рабочий сайт, постоянно обновляется информация, и, в общем-то, с вами можно напрямую пообщаться, никаких проблем с этим нет, никаких там недоступно и позже, или еще что-нибудь. Ну, да. Вот, поэтому, собственно говоря, я остановилась именно на компании AK Real Estate и не пожалела об этом. Спасибо вам большое. И вот что касается района, да, вы же у нас продали, да, одну квартиру, сейчас вот люди будут интересоваться, что же такое произошло, да? Да. Почему? Не понравился, наверное, район или что-то не устроило? Почему? Нет, как раз район очень мне нравится, район новый. Район Эляхия, да, я знаю. Эляхия, да, район новый, молодой, строящийся, но, в принципе, строится очень быстро и очень качественно, очень красивые дома и, в общем-то, ну, немножко зелени маловато, но я думаю, что это со временем все как-то образуется, потому что насаждения уже есть молоденькие, они в итоге вырастут. Да, я видела тоже сегодня. Вот, поэтому район нет, район как раз очень замечательный. Но я купила две квартиры, две студио, вот, а сейчас решила одну из них продать и, ну, может быть, и вторую продать и поменять это все дело на большую. Хочу с одной спальней теперь квартиру. Хочется уже больше простора. Очень хорошее желание. Да-да. Вот, а что бы вот вы посоветовали людям, которые думают о том, чтобы приехать сюда, например, на длительное проживание? Так я знаю, что вы приехали и вот здесь живете довольно длительное время, ну, не наездами, да? Да, да. А вот именно ПМЖ. Как вам здесь? Ой, вы знаете, мне очень нравится. Ну, конечно, еще нужно привыкнуть, потому что совершенно другой менталитет, абсолютно другие люди, абсолютно другие законы. Все это, конечно, понятно, но это и в любую страну переедешь, то же самое все будет. Надо привыкнуть. Но вообще мне здесь очень нравится. Во-первых, климат очень прекрасный. Ну и, конечно, Красное море. Красное море – это плюс, который перекрывает все возможные минусы этой страны. Поэтому приезжайте, не сомневайтесь, здесь отлично. Ну вот нет, да, ничего такого, что невозможно, к чему невозможно было бы привыкнуть, нет, да? Нет, нет, вот что-то такое, к чему совершенно невозможно привыкнуть, и от чего бы прям бежал, закрыв глаза. Нет, здесь, в этой стране, этого нет. Слава Богу, я очень за вас рада. Да. Продали как? Быстро, легко? Да, очень быстро и легко. Спасибо, Настя. Подготовили вы отличные документы, поэтому все прошло. Да, мы всегда готовим заранее. Все прошло без сучка, без задоринки. В общем-то, я пришла, подписала и все. На этом и весь процесс закончился. Спасибо вам большое за добрый отзыв, Наталья. Всего вам самого хорошего и надеемся, что мы с вами еще встретимся на сделке другой купли-продажи, когда вы будете расширяться. Обязательно. Спасибо, Настя, вам тоже большое. Удачи вам и вашему агентству, хороших клиентов. Спасибо. Все было замечательно. Спасибо. Пока-пока. Пока-пока.